Вообще. Это вам надо сейчас со своей точки, каким образом надо будет вот сюда навести карандаш, посмотреть, куда она здесь попадает, и на этом месте посмотреть, куда здесь попадает. А чашка это вот это? Да. А вот она туда. Ага. Вот. Да, это как раз ракурс. То есть они как бы вот их немножко крутят, поэтому можно опять же вот на вот эту навести карандаш. И посмотрите, когда попадает вот здесь. Именно вот это сюда. Ну давайте посмотрим вашу чашку. У вас уже там даже солнышко. У меня за спиной, чтобы видеть то же, что и я. Вот, а смотрите, какая штука. Она сейчас видит, что она делает. Да? Она вытягивается. Вот, соответственно, надо это же как-то воспрепятствовать, то есть она на самом деле, она короче и шире. Вот, поэтому вам надо будет сейчас померить такой прогноз. Вот, вы пробовали уже мерить прогноз? Куда там не собрали? Наверное, даже не найти. А, я шел. Она вытягивается, да? То есть она становится узкой и длинной. Это вот классический как раз случай ракурса. Вот. И для того, чтобы этому воспрепятствовать, нужно сейчас вот сравнить, посмотреть, не слишком ли она узкая и длинная. Может быть, ее сделать там укоротить, либо сделать ее толще. Вот. Это один момент. Потом мы можем ее померить. Каким образом? Да, можем померить ее высоту с ее шириной. Вот там. И посмотрите, сколько высота укладывается в ширину. А еще мы можем ее вот в ширину посмотреть, сколько раз она укладывается в длину. Вот. Но лучше всего на глаз сначала заметить, потому что если благодаря измерениям ты заметил, что она, допустим, не в пропорциях, но это одно. Если ты на глаз заметил, то это полезно. Вот. Сейчас она, видите, она так выглядит, как будто мы, во-первых, рисуем вот отсюда, и во-вторых, как будто она сантиметра на два длиннее. Ну, да? Это же длиннее уже. Да, поэтому надо сейчас этот момент. Говорим о немножко другой как бы части, которая для нас на самом деле тоже важна. Поговорим о чисто технических аспектах, что нам просто будет красиво. Вот, в каком смысле можно сказать, что это может быть не так важно сейчас, что нужно работать, а рисунки красивые будут сами. Но с другой стороны, вот, знаете как, вот тот период обучения, в котором практически все вы сейчас находитесь, ну так, 90%, он самый занудный на самом деле. Более интересный период, когда не будет. Вот, потому что вам приходится рисовать всякие не очень интересные вещи, и они у вас не всегда получаются. Поэтому вот некое такое себе маленькую радость устроить в качестве навозов, мне кажется, это неплохо. Вот. Так вот, собственно говоря, давайте мы сейчас проговорим моменты, что является здесь важным. Вот наброски, они по отношению к рисункам, да, ну мы их, собственно, сейчас все требуем, да, в группе там не смотрим работы, если без набросков, да, это важно. Вот, но на что можно обратить внимание? Во-первых, можно обратить внимание на то, что поскольку мы делаем наброски сейчас пока линейные, либо с небольшим количеством тонов, то есть чисто тональные мы делаем, как правило, реже. И так, в общем-то, и должно быть, то есть тональные должны как бы в догонку. Вот, можно обратить внимание на линейки. То есть то, с чего мы начинаем набросок, линии должны быть легкие. Там стоит у нас такая табуреточка с чаем. Вот. Давление на карандаш должно быть очень-очень легким, в самом деле, когда мы набросочки делаем. То есть руку надо максимально расслабить. Почему это надо? Потому что если у вас набросок, но дольше, чем несколько секунд, если сразу рисовать жирно, то просто рисовать будет некуда дальше. Да? То есть он как бы на этом и закончится. Поэтому если набросок у вас очень короткий, надо сразу рисовать жирно. И делать то, что я сейчас расскажу во второй половине наброска. Вот. А вначале надо очень легко, то есть надо руку вообще расслабить, чтобы вы не могли давить. Перестать на нее давить, да, чтобы она стала легче. Вот. И, соответственно, начинаем мы очень-очень легонечко. И мы охватываем весь предмет. Весь объем. Желательно длинными линиями. Вот здесь
наступает ключевой момент, который сложен. Потому что человек говорит, ой, я не могу длинными линиями. И он начинает делать вот так вот. Особенно, когда вот всякие сложные формы. То есть, когда кубики еще ладно, там, может вот так вот намачивать, и как бы все в порядке. Но тоже человек часто делает длинно, а тоже надо полегче. Да? Вот. А когда форма криволинейная, человек начинает делать еще и пилищие движения. Вот пилищие движения делать не надо. Надо расслабить руку и длинными, легкими линиями накидывать сразу весь предмет. Ну, относительно длинными, да? Потому что иногда человек потом говорит, ой, я не могу, не отрывая руки, весь предмет сразу вот так вот развести. Да? Ну, это действительно. То есть длинными просто, ну, допустим, вот такого размера. И начинаем мы легонечко. Прям не даем себе нажимать. Прям не даем себе нажимать. Вот. И мы смотрим на весь предмет, похож он или не похож. Насколько он похож сразу на весь. И вот в этот момент, ну, конечно, можно что-то быстренько там померить, но в целом, если мы начнем много мерить, то наброска не просто не будет. Поэтому это должно быть все равно большей частью на глаз. И наброском должно быть очень много мы должны делать, чтобы у нас эта тренировка была часто. Вот. И дальше важный момент наступает, что все равно нельзя давить. То есть мы легкими же линиями, уточняем расположение каждой части, каждой линии. В это время у человека возникает в голове клинчик, что мне предыдущие линии мешают. Я не могу, они мне мешают, я ничего не понимаю. Этот момент надо преодолеть. Потому что иначе вы будете давить сразу сильнее. И получается, что вы наброски ваши постоянно будут становиться жирными, ну, практически за два слоя. Вам придется либо делать наброски с ластиком, что в коротких набросках на самом деле нежелательно, потому что человек все время ластиком пользуется, но, во-первых, не научается линию чувствовать. Вот. Ну, как бы он, ну, знаешь, ну, сейчас я сомнил, да. Он тратит время на то, чтобы стирать. Вот. Если это наброски фигуры человека, то там просто, если они там, не знаю, короткие, то просто это жалко. Вот. Ну и вообще он перестает длинными линиями такими вот легкими работать, даже не научается. Поэтому мы продолжаем такими же легкими линиями накидывать. Продолжаем такими же легкими линиями накидывать. И если какие-то наши линии становятся чуть-чуть более правильными, мы чуть-чуть жирнее делаем, слегка-слегка. Этот момент очень-очень важен. То есть, знаете, было два фильма, где вот один Чапаев, второй «Храброе сердце», да? По-моему, а у «Властелина колец», по-моему, такого не было. Когда стоит войско, и на них идет вражеское войско. И там кто-то говорит, стоим, а эти все идут, и тут они говорят, стоим, хотя эти идут, а они говорят, стоим, стоим, они стоят, стоят, стоят. Потом в Чапаеве они включили пулеметы, вот, и всех перестреляли. А в «Храброе сердце» я не помню, что было. То ли меч кинули, то ли еще что-то. Но это же фильм-то о чем? О рисунке. То есть надо долго, долго-долго накидывать, не нажимая. А потом постепенно, когда мы понимаем, что линии правильные, то мы немножко их делаем жирнее. Не одинаково. Этот момент очень важен. То есть линия должна быть живая. И для этого мы должны ее, в частности, пальцами, в том числе, шевелить. Потому что если мы будем делать вот так вот, как в черчении, то есть одинаковая жесткая конструкция, и рука вся движется целиком, ну, конечно, линия будет одинаковая. Она будет монотонная, она будет, даже при хорошем наброске, будет смотреться очень скучно. А набросок с разнообразными линиями, даже плохой, будет всегда смотреться художественно. Понимаете? Вот, поэтому нажим должен быть разный. Вот здесь обычно люди просят какой-то алгоритм, где нажимать, а где не нажимать. Вот, я им говорю, что это все равно, и все расстраиваются. Непонятно. На самом деле можно делать вот таким образом. Можно, конечно, попытаться следить за этим алгоритмом, но тогда вы можете потерять как бы некое ощущение некой импровизации, некой непосредственности. Но, в принципе, можно делать вот как. Жирнее то, что ближе. Чем ближе, тем жирнее.
Да, то есть вот дальние ножки легкие, ближние ножки жирные. Но это не обязательно. Это можно делать тогда, когда мы специально делаем какой-то акцент на воздушную перспективу, но далеко не всегда это делают. Можно делать жирнее то, что отворачивается от света. Например, вот какая-то часть обращена к свету, она светлая, а, допустим, там уже отвернута от света, она более темная. Ну и, допустим, там тоже ближе немножко. Но дело вот в чем, смотрите, даже если эта линия, она вот ближе к нам, она жирнее, лучше, чтобы она была не одинаковая. Потому что если она будет одинаковая, то чертежи будет монотонная. Вот этот момент важен. Ну и в конце мы уточняем, то есть постепенно линии становятся более жирными, поэтому так мы уточняем. В этом случае, если набросок меньше 10-15 минут, можно вообще без ластика пользоваться. Можно не пользоваться ластиком, можно делать без ластика. Вот, и совершенно как бы про него забыть. Потому что на самом деле, понимаете, когда человек начинает там что-то подтирать, исправлять, но если это длительный набросок, там это оправдано. Или если там у тебя все хорошо, ты какой-то кусочек будешь исправить. Но если ты весь его вот постоянно переделываешь, ты даже вот не почувствуешь стихии наброска. С тобой просто не случится. Понимаете, будет какой-то... Просто будет длительный рисунок, но маленького размера. А тут немножко другой характер работы. Потому что длительных рисунков, ну, как правило, это маленькие. Это мы долго выверяем, долго что-то строим, долго стираем, долго переделываем. Это больше похоже на шахматы, да? А наброски, они больше похожи на какие-то подвижные виды спорта, да? На настольный теннис, на волейбол, там, и так далее. Вот, и нажим должен быть разный, даже внутри одной линии. Вот. Если мы пальцами шевелим, то смотрите, что происходит. Ну, мне сложно провести линию одинаково. И не нужно. Пусть она будет живая. Есть такое понятие живописная линия. Живописная она значит не одинаковая. Она намного лучше смотрит. То есть любую ерунду какую-то нарисуй живописной линией, вот она тебе уже художественно смотрится. Построй идеально какой-нибудь объект монотонно, одинаковую монотонную линию, будет монотонно смотреть. То есть смотреть будет не хотеться на это. Вот. Можно отдельно линии отрабатывать. Вот, каким образом? Помимо набросков с натуры, можно делать просто упражнения на линии. Например, рисовать какие-нибудь деревья. Ветки деревьев, там, что-то подобное. То есть, когда любые объекты, ну, просто линии отрабатывать на листе бумаги, наверное, скучно, а когда какая-то смысловая нагрузка получается, то, наверное, это уже интереснее. Тут не вопрос даже правильности какой-то, да, потому что там не важно, как они сочиняются в жизни. Если мы хотим как в жизни, мы, естественно, спускаемся куда-то на улицу, ищем дерево, делаем свой набросок, что тоже правильно. А тут вопрос именно в том, чтобы если мы констатируем, что у нас линии одинаковые, монотонные, то что-то надо с собой сделать, чтобы они стали живыми, да, надо себя как-то расширить. Вот, и, соответственно, вот, ну, условно говоря, там есть у тебя там шариковая ручка, листок бумаги, и, допустим, там разговариваешь по телефону, все равно какие-то каракули рисуешь, да, рисуешь что-нибудь полезное, там, какие-нибудь элементы, да, там. Вот, ну, у меня, по крайней мере, было так, то есть я довольно много всякой ерунды нарисовал просто как бы еще и между делом на маленьких клочочках бумажки. И сначала ты думаешь, что это... какое-то странное занятие, а потом, когда это все помножается на большое количество времени, ты понимаешь, что это все очень полезно, потому что у тебя ставится графика за счет этого, за счет маленьких ежедневных, ни к чему не обязывающих действий. Вот. Вот такой момент. Давайте, наверное, сделаем перерывчик, потом у нас на наброски поделаем.